Я за вас пойду в огонь и в воду. Прощайте, монсеньор. Прощай, Бюсси. Да, Бюсси. И не забудь сделать еще одну вещь. Какую, ваше высочество? Попрощайся с моей матушкой. Я буду иметь эту честь, ваше высочество. А вы не забудьте пригласить на праздник очаровательную Диану де Мусуро. Кстати, замечательный баланс у вашего нового клинка. Подожди, Гертруда, не время. Госпожа Диана прислала меня с поручением. Как? Госпожа прислала? А я-то думала, ты пришел, чтобы наконец-то обнять свою Гертруду. За весь день мне даже словечко не сказал. Ничего подобного, я точно помню, что я что-то сказал. Что-то? Да, что-то ты говорил. Принеси воды и подай полотенце. Весь день прокрутился вокруг этого Монсоро. Вместо того, чтобы получить минутку, чтобы побыть со мной. Я врач! Мой долг – находиться всегда рядом со страждущими. Ах, вот оно что. А я-то думала. Что? Что ты думала? Что? Что ты пробрался за замок под предлогом лечения господина Монсоро, чтобы быть со мной. А ты, оказывается... Я только теперь тебя раскусила. Ты подлый изменник. Ты всех нас предал. Меня, госпожу Диану, даже доброго господина де Бюсси. Вот, вот, об этом и речь. О нашем добром господине де Бюсси. Я видел, как вы целовались с ним. Я? С господином де Бюсси? Да. Ха-ха! Чё ты мелешь-то, дуралей? Разве я посмела бы? Посмела, посмела. Я видел. Так вцепилась в него, что чуть с коня не стащила. Короче, я думаю, между нами все кончено. Я человек солидный, степенный, состою на службе у знатного господина, и мне ни к чему легкомысленная бабенка. Реми, миленький мой, да ты никак от господина де Монсоро это бешенство подцепила. Ведь ему даже комар, севший на госпожу Диану, кажется соперником, и ты туда же... Ну, постой, Гертруда, постой, мне надо идти к господину де Монсоро. А ты должна отправить гонца в Анжер. Госпожа Диана велела передать моему хозяину весть, что мы выезжаем утром. Поняла? Пока. А, Реми, а как же я? Об этом поговорим завтра. Все готово. Да, господин граф, лошади оседланы. Гонец прибыл? Да. Из Меридора просили передать, что они выезжают утром. Тогда мы выезжаем немедленно. Выводи лошадей. Слушаюсь, господин граф. Осторожно, олухи! Мне больно! Господин граф!
Ну что? Они едут. Слышу. Давай лошади. Господин граф. Ничего.